эти дворы тут катались на скейтах. Выделывали выкрутасы. Пошли, пока дождя нет. Надо куда-то спрятаться в какое-то кафе. Что там за рабочая крестьянка? Для кого-то они там раздирают? Лошадь поймали? Кого-то поймали. Правильно, это мясо, как же. Охота на мамонта называется. Точно это мамонты, первобытные люди. Что оно обозначает? Кто-то ж его придумал, кто-то ж его оплатил, кто-то ж его сюда поставил. Хрен его знает, что. Фигня какая-то. Я не знаю. Вот я, если честно, я смотрю на современное искусство, думаю, или я чокнутая, или они чокнутые. Одно из... Ну, уверена, что я не чокнутая. И эти музеи, сейчас пока стояла в очереди, чтобы подняться на подвесной дороге. Эти музеи, бляха-муха. Кому нахер они сейчас нужны, эти музеи? Чтобы пойти посмотреть на чьи-то фотографии, что кто-то сделал фотографии, и вы должны заплатить деньги и посмотреть на эти фотографии. Херня какая-то собачья. Сейчас, когда есть интернет, когда есть Google, когда фотографии выбирай не хочу, вот это ходить по этим музеям и смотреть на чью-то фотку, которую кто-то признал, что это искусство. Твою мать! Какое нахер это искусство? Я не знаю, я никогда этого понять не смогу. Так что музеи, я так уверена, отомрут. Еще лет несколько, и музеев просто не останется. Пошли по этим красивым улочкам. Мне в прошлый раз так они понравились. И вот они все так разукрашены. Вот действительно арт уличный. И никто с вас за это деньги брать не будет. Ну, человек нарисовал от души. А мы ходим, любуемся. Нет, сейчас кто-то сфотографирует, отнесет в музей и будет это показывать. И кому-то нахер не брать. Я не знаю. Ух, какое окно интересное. Эта улица называется Старый город. Вот это место называется Old Town. Я сейчас уже пивка возьму, да-да-да. Ой, пахнет как едой, но я не голодная. Так пахнет едой, и как мне нравятся вот эти вот все. Она чем знаменита, то что тут все двери раскрашены. Мне надо куда-то сесть, так, чтобы меня не намочило, если дождик пойдет. Короче, пока дождя нет, я похожу. Сейчас дождь начнется, и я сяду. И куда-то вот под навесик. Какие оригинальные улочки. Ну просто оригинальные улочки. Сверху. Ресторан и Моцарт. И тут Моцарт. И у меня весь теплоход в этих в итальянских. Музыкальных произведениях и в итальянских композиторах. Пожалуйста. Что это обозначает? Хрен его знает. Пошли. Всего лишь навсего, да, разрисовать двери, окна, и уже как притягивает взгляд. И все это яркое, все это какое-то необычное. Ой, какой хлеб. Я не могу не пройти мимо хлеба. Травка поросшая, все. Какой хлеб. Я прямо тут буханку взяла бы с собой на теплоход, но меня же не поймут. Вау. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Как все красиво. И не вижу больше я твоих печальных плеч. Хранишь ты или нет? Колечко с бирюзой, которое я подарил тебе одной весной. Вот откуда? Откуда я помню эту песню? Откуда вообще она взялась? Удивительно. Вот туда я поднималась высоко-высоко в прошлый раз. Не пойду сейчас, потому что там нет вот этой вот прелести, которая здесь есть. Я думала, чем выше я заберусь, тем более что-то интересное я найду. Но вот это дерево. Уникальное, офигительное дерево. Вот такое дерево стоит в Сан-Диего, в гостинице, которая называется «В джазе только девушки». Ну, короче, посвящена этому фильму «В джазе только девушки». И вот такое дерево там стоит. А, по-моему, столько же лет, сколько Мэрилин Монро было бы. Что-то в этом роде. Или было посажено какое-то, не помню. У меня где-то есть видео. Только гораздо больше, конечно, чем вот это. Гораздо выше.
Хранишь ты или нет? Колечко с бирюзой, которое я подарил. Вот, пожалуйста, можно использовать как ложе, можно использовать как королевский трон, как что угодно. Можно полежать, лежака-сиделка или сиделка-лежака. Которое я подарил тебе одной весной. Закрыто. Ну, раз закрыто, так мы туда не пойдем. Вот если бы все это было покрашено ярким цветом, желтым, без всяких вот этих блямбочек, не было бы такого эффекта. Вот именно эффект в том, что где-то что-то облуплено. Вот реально. А было бы ровным цветом, уже бы не было бы такого. Вот именно вот придает какую-то вот, ну не знаю, старину, какое-то уважение, какое-то преклонение перед старостью, так можно сказать. Наверное, специально не заделывают. То есть в некоторых моментах вот такие вот как бы куски отодранные вызывают какое-то негодование и думаешь, фу, какая гадость. А в некоторых случаях прям вот это реально, если бы этого не было, не было бы так красиво. В прошлый раз вот это было закрыто. Пойдем посмотрим, куда нас выведет. Так, attention. Не знаю, attention, не знаю, все. Валсвилл, лайм. Ага. Стены покрыты лаймом hydraulic. Please do not... Не облокачивайтесь, потому что вы можете повредить свою одежду. То есть вот это какая-то краска, которая ядовитая, вот так можно сказать. А тут прям можно встать, как статуйка. Вот так стоит статуя в лучах заката. В руках граната. О, а там, ну вот кто скажет, что это не Пикассо или Пикассо? Не, ну это вообще, конечно, сказка. Тут должны быть солнечные часы, которые показывают. Скорее всего, это они и есть. Только как вы прочитаете эти часы, хрен его знает. Я всегда поражалась, как они все это читают. Вот сейчас тень пришла сюда, и что это значит? Это 12, либо это 6? Нет, ну это сказка. Вот покрасить его серым цветом, красным цветом, нет. Вот именно желтый цвет. Вот это сочетание желтого цвета, облупленного кусочком серого, вот этот темно-коричневый, там переходящий чуть ли не в черный цвет, плюс все это залито солнцем и выдает такой вот в итоге результат. Вот он какой камень. Ракушняк. Или ракушечник. Как хотите это назовите. Сонечка, ты где? Вон он. Вот это сесть бы ножками поболтать. Эта башенка, она просто... Без этой башенки не было бы этой красоты. И без этих вот черных кусков камней тоже не было бы этой красоты. Пожалуйста, природа постаралась. Кто-то когда-то красил, все это белил. И природа постаралась, подтерла, где не надо, где надо. И получилось вот такое вот реальное произведение искусства. Как мне нравится эта галька.
А там домик для домового. А ну-ка. Ага, это окошко, откуда можно стрелять. И удивительно, не насрано. Как у нас было бы даже в постсоветских странах. Боже, как красиво. Боже, ну как красиво, Господи. Вот оно искусство, вот оно, то, что музеи не покажут. Вот она природа. Настоящий художник. Какой-то унитаз, не знаю. Ну, вот это очень похоже. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Комарчик красивый. Упс. Упс, хоть бы не сдуло. Оттуда бы головка нырнуть и поплавать. Эх, я бы с удовольствием. И даже не посмотрела бы на то, что вода холодная либо не холодная. Мне было бы все равно. Качаюсь, качаюсь, как на корабле. О, блин. Это надо так помнить. Аппарат этот дурацкий. Вестибулярный. Снова разделась. То жарко, то холодно. Какая красота, Господи. Пойдем снова по этим улочкам раскрашенным погуляем, потому что больше всего буду шипеть эти улочки. А сюда еще в эту дырочку не заглядывала. Класс, какой класс. Пошла купаться. Теплая, значит, водичка. Вау, я тоже хочу. Я тоже хочу. Я тоже так головкой могу. Ой, как здорово. Вода должна быть теплая. Ай, какая сказка. Я тоже так хочу. Как бы не свалиться. Ой, какая прелесть. Как я им завидую. Но я уже не успею сходить на теплоход и взять купальник. Счастливые женщины. Мысленно с вами. Первую брачную ночь мысленно вами. Помните, писали раньше? Пошли. Кто-то пытался подкоп сделать. Тоже для чего-то. Догадайтесь. Ну, это, конечно, глазастая тетенька. Она меня, конечно. Она меня, конечно, покорила своей красотой. Вот так вот. Ладно. Идем далее. Пойдем все-таки в кафешку. Жарко стало. Хочется пивка выпить холодненького. Только не здесь, нет. Это почти вот там сесть на той улочке, где разрисовано все. Вот можно на такой машинке ее снять и покататься. Book now. Можно забукить и пожалуйста, по городу. Ай, какой красавец. Да какой же ж красавец. Его тоже можно нанять.
Ну какая прикольная улочка, вот такая вот узенькая, обожаю. Идешь друг за друга, цепляешься. Боже, как это приятно. Вот я не знаю, может, у меня вкус какой-то непонятный, но я вот обожаю вот такую вот, чтобы было тесно, чтобы было узко, чтобы было классно, чтобы слышать дыхание рядом стоящего, сидящего с тобой человека. И вот это и создает какую-то вот просто уникальную, какую-то просто суперскую. Можно отсюда выйти. Никто не хочет здороваться. Ладно, я смотрела на девочку, что она со мной хочет поздороваться. Нет. Как-то они тут такая красавица. Зубастая. Ух. Ух. Белла. Белля. А тут Буратино, пожалуйста. С лисой Алисой. В стране дураков. И с котом Базилио. Ай, какая прелесть. Нет, ну я очарована. Я этой улочкой просто очарована. Я, наверное, пойду вот туда сейчас сяду. Вот там, где... А я же буду курить. Вот там, где столики в два ряда. Как мне это нравится. Ходила, все-таки угомонилась. Села вот здесь, сейчас девочка вынесет бутылочку пива. Ой, как хорошо, боже. Ну что, спасибо этому дому. Выпила я свой... бокальчик пивка. Пошли далее. По этой шикарной улочке. Только что каталась на этой подлесной дороге. Поднялась в самые-самые горы. И пошли. Вот она, кстати, подвеснушка. Вход. Пошли. Что-то у вас тут облезло немножко. Ола, 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 кока-кола. Так, я уже иду к теплоходу, потому что уже время. Гуава. Килограмм, евро 50. Маленькие ресторанчики. Сверху балкончики. Кто-то живет и постоянно нюхает запах этих блюд, которые здесь готовятся. Сори. Все раскрашено, все расписано. И рука такая для стучалки. Ой, какая дамочка. Тоже кого-то мне напоминает. Чуть-чуть бы покрупнее была бы наша графиня. Да, похудей графини. Я представляю, как... Ой, какой ужас. В раздетом виде. Вау. Зато графиня, а графьям надо быть жирными и толстыми от хорошей жизни, от много жрачки. Все раскрашено. Вот этим и славится эта улица, то что тут так много картин. Каждая дверь, каждое окно, все раскрашено. Вот вытащил рыбку. Рыбачок. Чок-чок. Ой, сори. Рыбка какая красивая. Маркос Милевский. И тоже, когда дверь закрывается, она тоже вот такая вся расписная. Книжные полки. Мормейд. Русалочка. Хочется показать каждую картинку. Реальное произведение уличного искусства. Интересно, как живется здесь людям. Ух ты, какая стена расписная. Солнце такое яркое. Маленькие столики. Yeah. Oh,
Very, very good. Nice soup. And salad. Fish meat. Fish meat. Галерея. Кто-то хочет меня обогнать и не может, потому что я медленно иду. Потому что все хочется снять. Каждую картинку. Ой. Да, рано у нас теплоход отходит в 4 часа. Сейчас уже 2, пока дойду до своего корабля. Вот жовто-блакитный флаг, пожалуйста. Слава Украине, героям слава. Украина понад усе. Art shop here. Бирюзовый. Казалось бы, да? Вроде как и ничего. И, пожалуйста, какой смысл в этом? Туннель. Которое я подарил тебе одной весной. Миндиал. Тоже что-то значит. То ли планета, то ли голова с волосами. То ли спирохета. То ли бледная. То ли, как сказать. Короче, догадывайтесь сами, что это такое. Дом. Дам. Номер 156. 167. Рода Бо Вягем. Пожалуйста. Король лев. Ай, какая вкусная жареная рыбка. Сказка просто. Тока баку. Тока де баку. Тоже дверь раскрашена. Тока де бака. Вот так, старые газеты, как прикольно смотрится. Все, закончились. Закончились мои ресторанчики. Такие балкончики прикольные. Vintage bar. Ну что? Решетки такие.
Прям очарование, очарование, само очарование. Вот так, поговорили и закрылись, нечего подглядывать. Хранишь ты или нет? Колечко с бирюзовой. Которую я подарил тебе одной весной. Голод. Жопа покрытая паутиной. I was here. Она была здесь. Угу. Йола Маркет. Ну все. Пошли на пароход, на теплоход, на мой лайнер. Ты как хочешь это назови. Вот такое кафе ни с чем не сравнится, чем это кафе вот на такой улочке. Где сидишь бок о бок, рука к руке, нога к ноге. Я думала, Трамп стоит в красном галстуке. Трамп что, подался в официанты? Ну, а куда ему деваться после дружбы с Путиным? Только стать официантом. Да, продулся он. Опозорился он с Путиным. За дружбаном. Адмиралти. Hello. Господин Трамп. Все. Вон он, мой теплоход стоит. До него полчаса идти. Так что все сфотографировать и оглянуться, и осмотреться. Можно перейти? Можно перейти? Можно. Спасибо. Спасибочки большое. Желто-блакитный такси. Вон еще где-то. Вот там в горах была, на подвесной дороге. Высоко-высоко. Ну что? Какой чудесный день. Какой был потрясающий просто день. Мне повезло. Дождик капал, но как-то я пряталась, как-то я успевала спрятаться. И меня совсем не намочило. Так, я могу еще проходить, еще зелененький, 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 уже красненький. Шикарный остров, просто шикарный, потрясающий. Видела, а две женщины плавали. Прям так позавидовала им. Видимо, водичка теплая. Вон в ущелье какой туман спустился. Ух, там дождь сейчас идет. Надо мне добежать до своего корабля. Вон я была в том желтом дворце. Куриться мне даже не надо. Я абсолютно бесполезна. Вот океан куда заходит и сталкивается с речушкой. Пошли. Да, все-таки там
одушевило. Хрен его знает. Я никогда не смогу понять, что хотел вложить художник, какой смысл в свое произведение. А вот человек, который проходит сквозь стену, с учебником в руках, или с папочкой, не знаю. Учение свет, не учение тьма. Вот так, оттуда зашел, оттуда вышел. Учитесь. Вот так вот. Не хуфры-мухры. А что с этой стороны? Еще одна нога? А с этой стороны рука, да. Он раздвоился, зашел и раздвоился. И пошел налево и направо. Куда же он идет? Интересно, хотела бы я знать. Куда-то идет. Да хай себе идет. Понял? Мадейрочка моя. Я тебя люблю, Мадейра. Какой хороший легкий бизнес. Подогнал свою машинку. Сделал мороженое, сок какой-то. Тебе денежка в кармане. Тоже мороженое. Тоже будочка какая-то стоит. Подключена к электричеству. Ну, пожалуйста, малюпуська что-то. А пахнет как сладким. Это же женщина, которую я не разгадала смысл. А где твои руки, Венера Милосская? Да. Странно, что хотел сказать художник при изготовлении этой статуи или статуи в лучах заката. Время 2 часа. Да, пора бежать, чтоб мой кораблик без меня не ушел. Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Люди кайфуют. Вот там жарятся каштаны. Погода потрясающая, небо синее, солнце яркое. Санта застыл. Курносы. Курносый, прикурносый. Яхта какая-то стоит парусная. Наверное, капитан Грей за мной приехал. Не нашел денег на алые паруса. Приехал без парусов. Опять каштаны. Прямо как в Турции. Еще одно сооружение. Кто-то вытащил. Долго, наверное, тащили вот этот каменюку, чтобы вытащить его наружу. Что бы это значило? Дерево все плетено. Наверное, ночью горит и светится, и переливается. Мороженое у вас растаяло, господа. Какая из них моя? Вон она, моя яхта. Так что, капитан Грей, можешь отдыхать. Припизный вся ты. А пойму я небо крепкими руками. Сейчас дождь пойдет, надо бежать. Покажу, варежку раздявила.
Hello. Thank you. Нет, спасибо. Спасибо нет, спасибо не надо. Опять каштаны жареные. Тут так много пожирателей каштанов, любителей каштанов. Можно было бы на корабль здесь прийти? Нет, надо обходить вот туда, в далекую туманную даль надо идти. Обойти весь порт, чтобы добраться до своего корабля. Как красиво. Обниму я небо крепкими руками. Мой красавец стоит. Мой невероятно красивый корабль. Лучший из лучших. Опять же какой-то крест. Ой, сори. Голубушки отдыхают. Народное творчество. Да, сюда тоже нельзя. До корабля я тут не дойду, даже если бы я прошла сюда. Тикец. Маленькая божья коровка. Мерседес. Машина, не машина, непонятно что. Часть машины. Какая-то она несуразная. Мама! Музеем. Спасибо, по музеям мы не ходим. Жарко, жарко, жарко. Прямо жарко, жарко. Не очень жарко. Надо очки натягивать. Ух, какое солнце. А себя на фоне своего корабля. На фоне этой красоты. До отправления поезда осталось 5 минут. Ну какая же красота! Эти скалы, связанные чем-то. Это просто нечто. Все, я уже практически на своем корабле. Вот я пошла по Сократу. Все пошли, и я пошла. Я видела, что там можно пройти, чтобы не обходить вот такой большой круг давать. Посмотрим, чтобы не пришлось мне назад идти. И вот я уже практически дома. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Пошли, пошли, пошли. Как мужик похож. Похож на Серегу, на нашего ялтинского. Повернись. И на фоне вот такой вот красоты я сейчас буду обедать. Кусочек рыбки, чуть-чуть макарончиков, овощи и немножко mashed potatoes, пюре. Боже, какая красота. Кусочек из морепродуктов. Что-то там еще. Можно, уже попробовать.